Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю салат «Иллюзия». В этом салате прекрасное сочетание продуктов и чудесный вкус. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала копченую колбаску нужно нарезать на небольшой кубик. Вареные вкрутую яйца также нарезаю кубиком. Подготовленную колбасу с яйцами я переложила в миску. Сюда же на крупной терке натираю сыр и на мелкой терке натираю чеснок. В салат я добавляю консервированную кукурузу, мелко нарезанную свежую петрушку. Салат нужно посолить. Солите его по своему вкусу. Заправляю салат небольшим количеством майонеза и все перемешиваю. Салат «Иллюзия» готов! Вот так вот легко и просто можно приготовить оригинальный, сытный и очень вкусный салат. Такой салат можно приготовить как в обычный день, так и на праздничный стол. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!